P9 Plus, Huawei. Такой вот гнутый. Сейчас мы его разберем, посмотрим. Немного постоял на зарядке. Надеюсь, подзарядился. Дороговатый дисплейный модуль у него стоит что-то около 45 евро. Аккуратно разбираем. Здесь у нас пристегнут шлейф отпечатка боковых кнопок. Системная плата вроде бы не тронута. Будем надеяться, что она в порядке. Давайте проверим дисплейный модуль. Стегиваем батарею. Новый дисплейный модуль. Цену я уже сказал. Как видите, он идет с рамкой. Вот такой дисплейный модуль с рамкой стоит на евро на 3-4 дороже дисплейного модуля без рамки. Поэтому, если для вас не принципиальна разница в цене, то лучше, конечно, заказать такой. Подключаем кнопки. Надеюсь, он зарядился. Загрузился аппарат. Так.
2%. Включаем. Телефон от компании Vodafone. Дисплейный модуль в порядке. Так. Итак, отключаем зарядку. Подзарядим после сборки. Так, здесь у нас ничего переклеивать не надо, просто переносим все составляющие данного аппарата на новую рамку, дисплей с рамкой, и собираем телефон. Итак, включаем батарею. Нижний модуль. Звонок. Динамик. Батарею, думаю, будем снимать сепаратором. Посмотрим. Хотя нет, вот вижу жгуты. Сейчас снимем системную плату. Давайте перенесем все на новую рамку, чтобы не собирались запчасти на столе. Звонок, уши. Снимаем системную плату.
Аккуратно соединяем динамик. Очень грязный телефон. Резинка датчика. Еще один контактный датчик. Давайте снимем прокладку с передней камеры. Так. Прокладка микрофона верхнего. Еще одна незначительная верхнего динамика. Так, все вроде перенесли. Давайте также перенесем термопасту, если удастся ее нормально снять. Да, лучше, конечно, нанести новую. Так, пытаемся отсоединить батарею. Думаю, лучше увести в сторону. Жестко сидит. Попробуем с этой стороны.
Да, очень неудобная система извлечения батареи на этой модели. Крепкий, но не очень эффективный скотч. На айфоне намного удобнее все это дело. Все нормально с батареей, ничего не повреждено. Так, что здесь еще можно извлечь? Все, вот вижу красную резиновую прокладку верхнего микрофона. Кстати, недавно менял эту же модель. Только почему-то дисплейный модуль был полностью укомплектован. В отличие от этого, были все резинки, все заглушки, прокладки, все стояло. Здесь как-то не очень продумали этот вариант. Итак, друзья, переносим системную плату. Термопаста. Микросхемы антенного модуля. Линзы старайтесь не трогать руками, не оставлять отпечатки. Клеим обычный 3М скотч. Вставляем батарею. Укладываем коаксиальный кабель. Шлейф нижнего модуля. Дисплей.
динамик. Так, ставим заглушки на нижний модуль. Укладываем коаксиальный кабель. Заглушка с разъема дисплейного модуля. Так, застегиваем батарею. Устанавливаем заглушку. И вроде бы последний винт. Так, все готово. Осталось нацепить крышку, которая у нас гнутая. Сейчас мы ее выгнем. Если получится аккуратно, как видите, да, изогнуто в районе кнопок. Здесь тоже слабее, но можем его поравнять, конечно, но крышка алюминиевая, боюсь переборщить. Вот. Поэтому я думаю, так будет достаточно.
Застегиваем шлейф кнопок включения и шлейф отпечатка. Так. Пытаюсь уложить коаксиал, который никак не хочет ложиться в паз. Понятно, что дисплейный модуль не оригинальный, хотя продают его как оригинал. Размерчики чуть-чуть не те. Карта с памятью. Ну так, вроде бы ничего. Выгнули мы его, сделали прямым. Лучше было бы поставить, конечно, крышку новую. К сожалению, у нас ее нету. На этом все, друзья. Я Дов. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Это был Huawei P9 Plus. Кодовое название телефона VEL09. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.